сегодня в программе у нас будут необычные предметы. Вот я захватил боксерские перчатки. Да, программа действительно будет интересной, потому что я тоже кое-что захватила. Наручники? Угу. Это интересно, наконец-то. Также с темой программы у нас пересекается. Тестостерон. Усилитель. Усилитель, да. Всего. А я тебя понял. Mm-hmm. Также нам понадобится банковская карточка. Об этом мы тоже будем сегодня говорить. А еще звоночек. Прекрасно. Ну что ж, друзья, здравствуйте. На улице весна, просыпаются мартовские коты. Кстати, и тема нашей сегодняшней программы «40 нет». У нас в гостях Сергей Писаренко, телеведущий, актер, КВНщик со стажем. Да-да-да. Сереж, ну, во-первых, привет. Добрый день. Ну, просто импозантный мужчина. Добрый день или вечер, когда это будет выходить? Это будет в разное время выходить. Сереж, смотри. Доброго, всего доброго. Хорошего. Вот такие вот кульки. У нас все, что здесь лежит перед тобой, это так или иначе связано с темой нашей сегодняшней программы. И, казалось бы, обычный кулек, ну что там, под семечки или подо что-то еще. Разворачиваем кулек, тут резюме Сергея Писаренко. Ты не просто КВНчик, мало кто знает. Я-то в курсе, что у тебя чуть ли даже не научная степень. Ты кандидат наук. Ну да. И кандидат ты преподаешь наук. Кандидат педагог, наук. Психолог, представляете? Да. Вот это и ты преподаешь в Кульке. Преподаю сейчас, в МГИКе, читаю психологию массовых коммуникаций. И сейчас продюсирование начал читать. Психологию массовых коммуникаций? Да. По сути, это психология рекламы. Ага. Ну, то есть, как втюхать, чтобы никто не заметил. Нет, за счет, посредством каких приемов втюхивать. Вот. Слушай, ну а вот скажи, у нас тема 40 нет, то есть 40-летний возраст. Так. А куча поговорок, 40 лет не отмечают, 40 лет у мужчины кризис среднего возраста, седина в бороду, бес в ребро. Как у тебя это было, если, конечно, уже было? Да, если честно, то... Ты чуть старше 40. Я старше 40. Не имеет смысла это скрывать. Если бы я плохо сохранился, я бы сейчас, наверное, говорил, да нет, вы что? Ну, мне все хорошо. Поэтому я могу честно сказать, да, мне больше 40. Вот. И мне было неприятно осознавать, что 40 приближается. Мои коллеги по коллективу, в котором я выступаю, сейчас только... пересекли этот рубеж, а некоторые даже не пересекли. Так, кстати, и я им говорю, ребята, ну вот вы меня и догнали. Добро пожаловать в клуб. Посмотрите, вы разменяли пятый десяток. А чем тебя пугала эта дата, приближение этой даты? Ну, я думаю, что ни один человек не хочет стареть в этом. И как даже как доцент, психолог, который в учебниках прочитал еще, что основная фаза старения начинается именно с 40 лет. Вот. Ты имеешь в виду физиологическое? Физиологическое, конечно, физиологическое. То есть, как бороться с физиологическим посредством, так сказать, расширения мудрости. У нас вот там звоночек. То есть, это те звоночки, которые ощущает каждый мужчина. Чуть меньше волос на голове, чуть больше пузяка. Вы знаете, и так далее. И что? Вот они пришли, эти звоночки. И я, между прочим, вот как раз таки с пузякой поборолся и победил. То есть я, так сказать, переваливал за 100 килограмм. Да ладно? Потом я попал в проект «Танцы со звездами» и сбросил за 3 месяца 10 килограмм. И больше уже не баловал себя. Отказался от ряда сразу продуктов. Занятия спортом усилил. И сейчас успешно ровно на размер весь похудел. Мне это нравится отлично и так далее. С волосиками тоже побороться пришлось. В какой-то момент упустил немножко, так сказать, видимо, желудок. А это же прямая связь, как выясняется. Вот. И вовремя, то есть тоже все раз, и кудри еще остались чуть-чуть. Здесь так все в порядке. Вот. Но и вот эта постоянная борьба, если мужчина, то есть, как ценит себе это, то она вот после 40 прямо так актуальна очень. Но по большому счету не так страшно все оказалось, как малюет. Существует же и расхожее мнение, что в 40 лет жизнь только начинается. Не то слово, как начинается. И опять-таки тот факт, что ты всем своим поведением, всей своей жизнью доказываешь, что мужчина 40 не просто там что-то еще может, а именно на нас держится планета. И каждый раз мы не применем сказать, все-таки это молодое поколение. Что бы без нас они делали? Но на кого еще положиться в этом мире? Всем женщинам,
стране. Ну, не надо. Правильно, я понимаю, что ты стал больше бухтеть после 40. Ну, бухтеть. Я и раньше побухтевал, да, бухтел. Вот. А сейчас, когда уже сформировались нравственные ценности, и ты уже понимаешь, и ценишь, в отличие от 30-летних, ценишь свои корни, и начинаешь узнавать, а кто же была моя бабушка? А где же она жила? Надо найти ее. А не поехать ли на родину деда? И вот и своему сыну начинаешь говорить, ты должен знать это все. И потом вспоминаешь, мне же отец то же самое говорил когда-то, когда ему только исполнилось 40. Думаю, господи, неужели повторяю это? Да, твой сын так же, как ты тогда. Ой, вот это да, это мое самое большое. Когда я ему говорю, давай наверх, на гору. Я его на гору на лыжах все заставляю. Наверх. Давай вначале на детской горке чуть. Ты что, меня позоришь? А сколько? У нас в семье не было никогда труда. Плачет, но едет. У тебя было такое же, многие там, ну, 40 лет, условный там кризис среднего возраста, и мужики начинают, как бы доказывая окружающим и самим себе, подрываются на спорт или на что-то еще. Вот лежат боксерские перчатки, ты же занимался спортом в юности, да? У тебя там кандидат, да, мастера? Да. Ты КМС по боксу. Да. А возобновил ты тренировки? Может быть, перешел я на что-то, встал на горную лыжу? Я неделю назад пропустил такой удар, хороший, парочку хороших ударов. А, то есть ты... Я похаживаю, да, похаживаю в зал. И так как в зале, которым я занимаюсь, тут же и зал бокса, то есть, ну, такой достаточно приличный, хороший зал. Я захожу на тренировки, на групповые, периодически. Перейдя от этого 40-летний рубеж, ты занялся чем-то таким, чем раньше никогда не занимался, а теперь вот понял, что либо сейчас, либо уже никогда? После 40 я сел на мотоцикл. О! Да. Это я всегда водил мотоцикл. Я всегда водил мотоцикл, но у меня никогда не было своего мотоцикла. И я всю жизнь говорил себе, ну что, ну это клево, но а вдруг что, ну это мотоцикл. И вот после 40, и моя супруга, она меня прям подтолкнула к этому. Она мне прямо на день рождения завела в гараж, сняли накидку, там стоит белый красавец огромный, я просто как стоял. Слушай, подарок на день рождения еще был? Да. Там и же в обратку шубы не отделаешься. Вообще, просто это... Что мотоцикл с мужчиной делает, это невероятная вещь. Вот, просто все, живот не то что уходит, вся постоянно работает спина, у тебя корпус, все, ты весь вот как натянутая струна. Первый год точно, потом уже, когда расслабляешься, так начинаешь, да. А вначале все, это руки, все, бум, весь чувствуешь себя не просто помолодец, он просто орел. И уже ты своей супруге говоришь, ну ты что-то одень, на мотоцикл садишься. Через пару мгновений к нашей беседе присоединится еще один гость. К нашей беседе присоединяется Елена Бархоленко, гипнолог, психолог и сексолог. Вот так вот. Ну, расскажите нам, пожалуйста, Елена, глядя на Сергея, конечно, складывается впечатление, что действительно 40 лет все так замечательно, жизнь только начинается, и профессиональные достижения, и личностные, и все так здорово, и выглядит он замечательно. Но ведь не у всех так радужно, да, все проходит. Может быть, он или успешно преодолел вот этот кризис? Или все-таки есть некоторое лукавство в этом? И все мужчины так или иначе проходят этот кризис? Только я... честно. Все так радужно или нет? Радужно, очень радужно, да. То есть я посмотрела на ваши ответы, да. Посмотрела на ваши ответы и думала, вау, мотоцикл, все очень здорово. И вообще вы очень хорошо так отвечали. А мотоцикл это здорово или это показатель? Когда, вот знаете, там смотрит там на 45-летнего мужика, который на мотоцикле, ну все понятно, кризис среднего возраста. Ну вот вы же понимаете, да, что на самом деле. Ну, не забывайте, что здесь есть четкая грань. То есть есть мужчины после 40, которые сразу говорят, нет, ну что, я его не подниму. Или которым уже страшно. А и другая половина мужчин говорит, который говорит, я не буду ездить в шлеме. Да, я не буду ездить в шлеме, это однозначно. То есть, и этот мужчина садится, а тот даже не решает садиться. С этой точки зрения. Ну, на самом деле, бывает по-разному. Ага. Да? И вот как раз доказательство того, что кризис наступает, это как раз, когда мужчина начинает говорить, я сейчас всем докажу, что я еще могу. Елена, а вообще, вот что мужчине нужно доказать? Ну, вот у нас даже лежат, да, там банковская карточка. То есть, нужно состоятельность свою, что ты к 40 годам
там уже состоялся, как минимум финансово, наверное, в профессии. Что еще, какие вот есть, скажем так, галочки, которые мужчине нужно к 40 поставить? Ну, вы же понимаете, что 40 лет – это, в принципе, тот возраст, когда, это мы говорим, средний, да, показатель. Да, конечно. Поэтому кто-то доказывает это в 35, кто-то там в 45, кто-то в 50 начинает, да, смотреть, а чего же он достиг. И, конечно же, смотрит и на финансы, и на свою карьерную составляющую. Да, и вот здорово, когда есть какие-то спортивные там достижения, и когда у человека есть что-то за плечами. Но когда этого нет, вот как раз эти мужчины очень часто впадают в такие депрессивные состояния. А вот скажите, Елена, ведь есть, в принципе, наверное, и другая часть, когда вот этот вот, ну, условно, кризис среднего возраста, кризис 40 лет, да, когда мужчина начинает всем вокруг доказывать, что он еще состоятелен, что у него успех у женщин, он уходит из семьи, заводит себе одну или много-много молодых любовниц. Он начинает пользоваться, значит, там, усилителями всяческих ощущений, так, пробует то, что никогда не пробовал, тусует по голубам, как он 18 лет не тусовал. Такой же, тоже такая крайность существует? Конечно, существует, конечно. Вопрос, чем она заканчивается. Потому что на самом деле, да, все хорошо, когда хорошо в меру. Потому что если мужчина пускается во все тяжкие, то там, опять же таки, мы знаем, что есть определенная крайность, и потом может наступить опять кризис. То есть он опять войдет в состояние, когда он там не может или что-то там случается. Потому что все время там быть на каких-то препаратах и что-то там себе стимулировать, мы же понимаем, что это не... Как рулить, как выруливать? Может ли человек самостоятельно это сделать? Или у него должен быть такой проводник рядом с ним? Проводник – это здорово. Но мы же знаем прекрасно, да, какие у нас три основных показателя, которые мы спрашиваем, сексологи вот спрашивают. Да, это сон, еда и секс. То есть в первую очередь мы спрашиваем, сколько вы спите? Сколько надо спать? Ну, для женщины 8 часов – это, в общем-то, такая хорошая норма. Для мужчины 6-7 часов – это вот хорошо. Если мужчина не высыпается… Скриминация какая-то. Да, я тоже сейчас укольчик испытал. Да, да. Еда. Женщине нормально, значит, вот такую 8. Порцию. Мужчине чуть-чуть картошечки поел. Да, приготовился. Приготовил завтрак. Да-да-да-да. Детей в школу – это святое. Да, и здесь на самом деле вот как раз и спрашиваем, да, сколько вы спите, какой у вас сон. То есть я всегда спрашиваю и отмечаю галочкой, да, прерывистый сон, засыпает ли он сразу, просыпается ли в 5 утра, то есть если в 5 утра, где-то в 4-5 утра просыпание, значит уже такой хороший неврозик. Значит, мы уже говорим о том, что есть какие-то стрессовые моменты. Неврозик, 40 лет. А знаете, кстати, по поводу как раз-таки вот этих вот вещей, у меня где-то год назад мне пришлось рекламировать средства для, так сказать, повышения потенции мужчин. Вот. И ребята, то есть, которые там на Дальнем Востоке, из Хрящей Аху, там все это делали. Такие наши нормальные ученые, то есть... Вот. И я все это говорю, рекламируем, там, снимаем что-то. Они говорят, возьми себе упаковку. Ну, да зачем, да не нужно. Я говорю, первая реакция сразу, да зачем? У меня все хорошо. И вот в конце съемки говорю, ну, одну возьму, пожалуй. Они говорят, а? Я говорю, знаете, вот это вот такое состояние, когда ты берешь на случай, а вдруг? Или, а вот будет стоять, а потом вдруг, когда чуть раз, чуть, а у меня уже есть. И вот это вот, а в 30 я бы никогда не взял, наверное, вот просто ни за что бы. Елена, наверняка сильно заморачиваются мужчины именно на сексуальной составляющей. Да, давайте, мы поговорили о сне, давайте поговорим еще о еде, о еде, а потом о сексе. Да, да, мужчина о сексе. Можно секс до еды, как бы. Вам не 40 лет случайно? Секс до еды. Еда. Конечно же, правильное питание, мы знаем прекрасно, что оно влияет на наш организм. И если мужчина питается от раза там к разу или как-то там в течение дня не успевает, естественно, это какие-то проблемы начинаются с физиологии. Ну, естественно. Итак, секс. Секс. Итак, да. Заметьте, как мы спокойно о нем говорить стали. Ну, спокойно. Это потому, что после страха. Если бы не было сестрицы, я бы уже говорил, что я пододвигался. А сейчас сижу. А сейчас, да, да. И даже наручники не бережут. Да, Итак. Так, секс. С возрастом, мне кажется, секс, значит, точнее, вот секс, и вот это становится больше связано.
Вот чувствуете, да? Мужской такой хороший. Кстати, мне кажется, наручники здесь в нашей теме играют роль скорее на некой обязаловке, когда мужчина действительно уже к 40 годам обзавелся семьей, он несколько привязан к ней, все от него что-то требуют, сделай то, сделай это, ты должен это, я никому ничего не должен. И вот как раз тот самый тестостерон, остатки тестостерона, да, как-то надо распределить в своей жизни и почему-то сразу вот как-то сбрасывать эти оковы себя. Да, молодые любовницы или вообще беспорядочные. У некоторых и не молодые. Ошибочное какое-то странное представление. То есть мужчина, семья, оковы и так далее. Но это же не значит, что мужчина перестал получать знаки внимания от женщин. Женат ли он или нет. Реакция на его внешность, на его энергетику, если хотите, харизматичность. Женщины реагируют, независимо от того, есть кольцо или нет. Нет, конечно. И, тут вопрос, реагирует ли мужчина в ответ. Да, вопрос, реагирует он ли. Но, однако, он же чувствует все время, нравится он или нет женщине. И мужчине, теперь о сексе. Итак, если мы перейдем к сексу, то понятно, что это связано с физиологией. И понятно, что, конечно, после 40 лет физиология меняется у мужчины. И да. И вот там же мы знаем про железу внутренней секреции. Слышали, да? И здесь-то и возникает вопрос, а что на самом деле там происходит? То есть там снижение происходит гормонального фона, и там, конечно, происходит вопрос в простате. И да, когда ко мне приходят, например, на прием мужчины и говорят о том, что у них эректильная дисфункция началась, или там, да, скажем, они говорят, что не всегда что-то там получается, или какой-то там, да, такой нюанс, в первую очередь я отправляю, конечно, сдавать анализы на гормоны. Если там все в порядке, да, а главное, какой вопрос мы задаем, есть ли эрекция с утра? Да. Оля? Так. Оля, есть? Мы не будем отвечать в этой студии. Так, значит, гипотетическому человеку задать такой вопрос. Мне пока нет 40, я бы ответила. Давайте начали. Она должна быть? Конечно. Она необходима. Да, конечно. Ну, как без этого? Поэтому, конечно, я опять же здесь задаю вот ряд вопросов. И если, когда я понимаю, что это, в принципе, не физиологическая проблема, да, а психологическая, это прямая дорога, например, ко мне. Да, я как психолог-гипнолог начинаю выяснять, что же произошло у мужчин. И здесь как раз вот выясняется, что там, да, если мы говорим про семью, то он говорит, да, я там начал переоценивать, я прихожу домой, внимания не вижу, да, или там что-то такое. А он попробовал с какой-нибудь женщиной, а что-то там не получилось. И здесь он приходит как раз в такое положение, а что же с этим делать? Да, то есть там не получается, здесь вроде как он пробует, уже все понятно, известно. И вот как раз приходит к выводу, ну да, я попробую такие вот волшебные таблеточки. Таблеточки. И вот как раз вот на этих волшебных таблеточках-то все и начинается. То есть это не решает проблему? Не решает абсолютно. Это понятное дело, что это все временно. Мы ему прописываем какие-то вещи, такие как спорт обязательно. И, естественно, упражнения Кегеля, которые не только для женщин, но и для мужчины. Когда, как говорил один тренер, глубокий присед. Вот главное упражнение на тестостерон. Да, почему? Почему они дают эти упражнения? И махи ногами то же самое. Да? Какой мужчина будет махать ногами? Ну что вы? А со штангой поприседать? Красиво там, красиво. Это все упражнения, которые на кровоток, да, в малом тазу, мы же знаем. И плюс упражнения, которые у нас, вот упражнение Кегеля, когда мы подтягиваем лобково-копчиковую мышцу. Ага, сейчас будем тренироваться. Усилим волю. А я знаю это упражнение, каждое утро его делаю. Вот. Как раз сразу после эрекции. Вот, да? У меня колокольчик. Help! У нас тут два мужчины за 40. Я хотела бы вспомнить прошлое Сергея. Готово, Сергей? На самом деле, первое образование Сергея – преподаватель черчения. У нас есть мольберт, вот такой планшет, и мы бы хотели тебя попросить вспомнить навыки черчения и начертить нам некоторые графики. Пару графиков. Чтобы понять, а что же такое 40-летний человек, к чему ему стремиться, или можно уже, собственно, заканчивать. Пожалуйста, просим вас нарисовать… Спаси абсцисс у нас, пусть будет возраст. Ой, Игорь. Так. По горизонтали давай будет возраст. Ну, возьмем тогда начало, да? Здесь будет 0, да? Ага.
Вот так вот учителя пригласишь, он будет, знаешь, так вот вдумчиво, тщательно все вырисунок. По клеточкам. Да. Так, ну с чего начнем? Наверное, с карьеры, с профессиональных достижений, да? Да, карьера. Хотите закономерность сразу? Давай. Да. В карьерном росте, да? Вот все, что заложено вот здесь, это фаза накапливания называется, получение образования. Заложено. А реализация? Мы же про реализацию. Вот здесь, ты будешь всем этим пользоваться. Потому что, как правило, образование заканчивается до 30. Ну, давай вот значит, смотри, вот... получается, вот здесь вот ничего, это единица, ага. Да? Получается, вот, ну, получается от нуля, да? Ага. От 20 до 30, как правило, вряд ли, да, еще нет карьерного роста до такой степени. Я смотрю на ребят, которые работают в Лукойле, молодые, по два высших образования, пашут, как суслики, целыми днями получают копейки. Гроши. И видят впереди только яркий свет, что они кем-то стали. А вот здесь, по идее, 30 нужен уже рост. Да. Давай нарисуем рост, действительно. Да? Да? Туда повыше. И да. Этот 30-летний рост, он должен идти до 50, да. Скорее всего. Потом избрался в год. Прям вот так вот должен. Ага. Интересно. Хорошо, это карьерный рост. Что еще? Деньги. Деньги. 20 лет денег нет. Не всегда это связано с карьерой, хотя очень часто коррелирует, да? А вот но вы... до 20, да, скорее всего, денег нет. Да? 20, значит, денег у нас нет. Да, ну, минимальные вот скорее всего, да? Вот так, да. А, собственно, с 20-30 они начинают появляться, и даже получается некоторые накопления. В 20, да, в 20 мы уже что-то делали незаконное. Давайте нарисуем чем-то тогда, зарабатывали. Да. Уже пойдем повыше. И начинаешь, наверное, да, там плавный рост 40. Да. Все больше и больше. Может, здесь, если до 30 ты подработал. По идее, да, самая активная фаза на 30-50 лет – это время заработков. Может быть, ты со мной не согласишься, смотри. Вот ты зарабатываешь к 40, ты хорошо идешь, потом раз, мотоцикл купил, опять дальше зарабатываешь, раз, купил кабриолет, и вот такой вот какой-то. Вот такой графичек. Может быть. Интересно. Но вообще, это если не вложиться еще в рискованный бизнес. Я не знаю, конечно, может быть, Ольга нам подскажет. Говорят, что каждые 7 лет человеку нужно менять деятельность, потому что после 7 лет ты впадаешь опять-таки в кризис, и тебе перестает быть интересна эта деятельность. Либо ты, ну... как-то в какую-то сторону новую начинаешь идти. Но если так идти по этому принципу развиваться, то получается ты в 30 достиг чего-то, и там, да, перепад начинаешь заново и так далее. Опять-таки, учитывая, допустим, кризис 98-го года, потом кризис 2009-го, кризис 2012-го, это же каждый раз вот туда, да, вот так вот идет все это. Практически. Вот. Даже накренился даже. Как и вся экономика. А давайте все-таки секс еще мы обозначим в этой... Но мы, кстати, почему мы после 50 не рассматриваем дальше? Вот это вот интересный момент. Это тема отдельной передачи. Вот здесь же мы все пользуемся, вот оно, так сказать, 40-50. Благами как раз. Это благами как раз такие карьеры и денежных достижений. Вот мы пожинаем. Мы снова шли в разговоры вместо секса, мне кажется. Вместо секса, да. Берите красный, пожалуйста, фломастер. Конечно, красный маркер, конечно. Чем мы еще отметим? Тут, конечно, важный аспект. Оценим 20 лет. Да? Это по пятибалльной шкале, мне кажется, 20 лет. Количественно или качественно? Ну, я думаю, что качественно. Давайте мы начнем. Давайте вот в этом возрасте до 20 лет мы начнем прямо с 5. Давайте. Потому что в этом возрасте... Да. Есть? Во! Если есть, ну, все замечательно. Это помнится в одной книге. По-моему, так и называлась «Фаза жизни». Вот. Возраст от... То есть до 20 лет возраст, когда... Психика полностью зависит от физиологии. Плохо физически тебе и психологически. А хорошо тебе и секс молодому человеку нужен всегда, в любом месте. Просто секс ради секса. И вот и наплевать на все остальное. Хорошо. Болеешь ли ты, температура ли. Все на пятерке. Начнем с пятерки, да. Ну, к 30 годам, мне кажется, эта линия идет... Абсолютно не меняясь. Да, абсолютно не меняясь, да. И, пожалуй, даже 40 годам. Потом начинается семейная жизнь, мне кажется. И начинаются социальные. Кредиты, образование детей. Вечная любовь, верны мы были ей. Ну, хотя, мне кажется, что все-таки не до такой степени падения происходит. Ну, хорошо, не до двух, да? Бывает разные семейные жизни. Нет, просто мы разделились, девочки-мальчики. А, все-таки, да. А это опять-таки, вот это вот есть противоречие. Женщина и мужчина. Вот удар как раз вот эти наручники, наверное. Мне кажется, как раз возраст от 30 до 45, это как раз вот та самая золотая середина, золотая.
такая фаза жизненная, когда ты еще вроде бы молод телом, но у тебя уже есть жизненный опыт. Еще можешь, уже умеешь. Да. Психологи называют ее психосоматическая фаза развития человека. Когда, если здесь физиология полностью диктует психику, вот здесь после 50 мудрость и психология, ну точнее не психология, а скорее всего просто мудрость, если хотите, духовность, вот правильно, духовность определяет физиологию после 50. А вот здесь вот от 20 до 40 точно это фаза психосоматическая, когда уже настроение или какие-то перипетии социальные и так далее ударит по сексу обязательно. Вы знаете, я тоже подойду. Извини. Подождите. Я просто хотел сказать, и вот тут купил мотоцикл. Скачок. Девчонки на тебя смотрят, совершенно верно. Но я бы, наверное, а почему это купил мотоцикл в 30? 40? 40, да, вот как раз пик. А, но я бы отметила вот так, наверное. Вот, может быть, вот так. Вот такую кривую. Давайте, но нет, в любом случае, честно. Посмотри, у нас везде точки соприкосновения, они выходят на 40-летний рубеж. Это значит, что как раз это время самое золотое. Почему оно подвержено кризисам, я даже не знаю. Вот тогда и секс должен быть тоже здесь вот такой. Учитывая, что он зависит постоянно от твоего эмоционального состояния. До 40, то есть 40 лет, вот в этом промежутке, влияние, все хорошо. Угу. Почему, говорят, кто-то из мудрых сказал, что мужчина любит, потому что у него все хорошо. Угу. То есть, когда мужчина идет на работу, у него там все хорошо, у него достижения, деньги, он приходит домой и любит, демонстрирует, что все хорошо. Угу. Женщина делает что-то, потому что она любит. Она любит, и поэтому идет и делает, и все у нее все успешно получается. Садитесь, пожалуйста. Это... А сразу видно, что у человека спасибо. Второе образование психологическое, да? Нет, это, кстати, и сразу видно, из что это мужчина, это мужчина я. Говорит, да? Да. И поэтому, да, вот именно в этой фазе, все настолько... А после 40, вот именно то, как проходит секс, и... Есть у мужчины тоже, уже сформировались какие-то приоритеты в сексе. То, как он это видит, то, как он хочет. Это... И как да, только... Да. И если... Еще один колокольчик. И очень легко сбить, если это происходит не так. Почему очень важно уделить внимание мужчине в этом смысле? Если вы хотите, чтобы он был очень сексуален, вам нужно понять его и соответствовать. Как, собственно, наверное, и уже для женщин. Золотые слова, как вас получится? Да. Сергей Николаевич. Ну что ж, друзья, я надеюсь, вы так же ярко и интересно пережили свой кризис 40-летия. Ну а если он у вас впереди, то берите пример, пожалуйста, Сергея Писаренко. По-моему, у него все складывается удачно. Ты записал все, Антон? Я все записал, законспектировал. Я потом еще эту программу переставлю. Этот график войдет в историю. Хотя бы его исполнение уникально. Это была программа «Свежий воздух». Вот вам свежий глоток на весь день. С вами был Антон Камолов, я Ольга Шелест. Увидимся.